саженцы шелковицы белой пиндулы вырастают в небольшое дерево с ветвями, спускающимися до самой земли. К достоинствам шелковицы относят быстрый рост, нетребовательность к почве, однако чаще ее высаживают в песчаных, солнечных местах. К недостаткам относят большое количество потенциальных вредителей этому сорту, а также подверженность различным заболеваниям. Шелковица – плодоносное дерево, плоды активно применяются в народной медицине. Характеристика шелковицы белой пендула. Период цветения – май-июнь. Высота и ширина – 3-5 м. Окраска листьев – зеленая. Шелковица белая пиндула – это дерево. Важно, что шелковица белая пиндула самобесплодный, обои полый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.